кругом мусор. Неужели уже тяжело вывозить с города, наладить график вывоза? Улица Водычука. Пэт-бутылки начали собирать. Даже не знаю, эти все контейнеры кругом стоят. Город они тоже сильно не красят. Не очень это все красиво. Здание, тут когда-то была юридическая консультация, очень мощные стены, уже лет 15 стоит заброшенное, что-то никак собственник не найдется для здания. Ну и тротуары при Советском Союзе последний раз асфальт вложили, так оно все и осталось.